Ребята, всем привет, с вами Александр, Joyce Cold Alive, и у нас турнир «Закаленность». У нас три зауропода, но зауроподы уже немножко другие. У нас аргентинец замедлять умеет, диплодок здесь самый навороченный, походу, да, и амаргозавр тоже сплошное замедление. Нам тут предлагают брать существ, умеющих повышать свой урон, ну, а я решил взять так, типа, больше раптоидов. Вот, смотрите, вот этот вот раптор, ютазина раптор, дилоранозавр тоже, я его к рапторам. Перитатор взял, также взял вот своего вот это пуролитика, ну, размерами плюс-минус как ютараптор. Также взял вот Эдмонта, его понемножку прокачиваю. Кого мы еще? Дарвин Гаптерикса, в общем-то, мало юзали. И диараджозаврика взял тоже так, как бы. Туда-сюда будем смотреть, что у нас как будет получаться. Давайте пойдем вот так, первой четверочкой, а потом второй четверочкой. Посмотрим, что у нас будет получаться. У нас три боя, ребятки, так что, в принципе, мы сможем еще там даже кого-то, может, взять в команду. Думаю, один проигрыш у нас есть в запасе, если вдруг что. Мы играем по фану. У нас цель не победить, а именно поиграть. Так, ну давайте с него, он, конечно, он самый слабый, все-таки будет пуролить, но выглядит зачетно. Любуюсь на него, в общем-то, смотрю и радуюсь каждый раз. Так, мы пошустрее. Аргентинец будет нас замедлять, у нас что? У нас есть контратака. Можно себя бустануть. А можно защититься. Ну давайте попробуем продлить ему жизнь. Больно, но это было с критом, а у нас контратака, смотрите, как... Ах, кританул как на 1200. Вообще лайк и босс. Кстати, а запрет на замену был. А он там был какой? Так, а у тебя что? Замедление. Да нам пофигу особо. А почему? А, замедление не сработало у него? Подождите, какая у него пассивка? Да, замедление должно было быть. Давайте еще, в общем-то, не дадим его сбежать. А, это было больно. Это контратака. А это атака. И замена невозможна. Так, защититься. Нам нужно защититься. Блин. Ой, сейчас убьют. Черт, пробил таки. Да. Щит надо было немножко по-другому там использовать. Так, давай тебя возьму. Вот ты гад-то какой. Чем он будет атаковать? Замедлением, блин. И не кританул. А откуда у него щит появился? Я что-то не понял. Или это он типа заранее появился? Ну, замедления, по крайней мере, не было. Давайте обычный удар. Так, аргентинец, это ты не добитый наш, да? У него полтора урона есть. Полтора урона, если он лупанет, то нам будет хана. Так, ладно, раз такие дела. Так, а что у нас у Эдмонта с подменой? Подмена с параличом. Давайте попробуем. Эдмонта Гуанодон. Ты. Паралич не сработал. Ну, в общем-то, нам тоже как-то не шибко больно было. Так, минус. Кто у него там еще сейчас появится? Амаргич, да-да-да-да-да, у него сплошные удары замедления. Что у нас по иммунитету? Иммунитета нет, пассивок нет. Давайте пробуем запараличить его. Не сработал, два раза паралич уже у меня не сработал. А вот замедляшка у него, конечно же, сработает. Так, у меня подмена освободилась. Давайте, опережающий. Эдмонто Гуанодон вообще прикольный, Динос.
Ух, полтора урона. Но нужно вот так вот сделать. Может, паралич уже третий раз, но смотрим. Паралич. Третий раз нет паралича, вы представляете себе? Да, в общем-то, добиваем его, да и все. Ну, так, паралич, конечно, нас подкосил, подвел. Ну, что поделаешь. Готовенький. Так, погнали дальше. Ух ты! Тут такие ребята жесткие. Посмотрим, ну, у нас тут диораджик есть, надеюсь, он продержится. И велоцираптор есть. Ну, велоцираптора, да, понерфили, конечно. Велоцираптор раньше был имбой, он был у всех топов. 30-го левела прокачанный, короче, был. Но потом ввели всякие удары, которые нерфят раптора. Так, ну у него полтора. Ну, он, наверное, сейчас и прилетит. Так, это было полтора, теперь одинарный. А, подождите, это на сколько? На один ход? На один ход было всего лишь. Если у него удар следующий будет смертельный для нас. Так, что у Диораджика? Давай Диораджика, который против Алыча с сильным укусом. Ну, такой не лучший вариант. Ох ты, Эдмунд. А нам паралич, конечно же, сработает, да? Нет, не сработал. На тебе полторушечку. Эдмунд. Кританул, гаденыш, и забрал у нас скорость. Вот подлец. На тебе контратаку хотя бы. Так все замедленно происходит, уже прям начинаешь теряться, у кого какой удар. Так, это у нас этот, из Звездного десанта, жучара. Так, паралич сработал. Но мы пока держимся. Так, что у него по ударам? Это удар с подменой был. И паралич, блин, я такой не понимаю, тупняка, два хода паралич держится. Вот что за дичь? Ну мы хоть быстрее оказались, и то радует. Ты прям аж звук заглючил от такой несправедливости. Опять он подменился. Вот гад такой. Так. Но не сработало. Это хорошо. Так. Ну мы его потеряем, да? Блин, так мало. Ну подмена, по крайней мере, у него теперь невозможна. Ух ты! Выжил! Ну контратаку давай. Молодчиночка. Вообще не ожидал. Хороший поворот. Ну теперь нам нужна подмена. Уранич. Уранич, уранич, замедление, паралич. Это что, мгновенная непобедимость? А давай. Он сейчас использует свой какой-то сильный удар хороший. А фигушки там. Использовал самый простецкий. Но мы контратаку сделали. Это было более чем хорошо. На тебе кровотечение, мой дорогой. Дарвик Гаптерикс, какой гигант. Это больно. Но пока он нас не замедлил. Сейчас, в принципе, ход мой должен быть. А, ну не считая подмены, да. Пробил таки, гад. Так, ну этот недобиток. Давайте раптора берем. Добиваем его. Потом атакуем еще мощным ударом.
Эх, выживет таки. Два-два. Но у меня ютазинка еще есть, целенький и невредименький. О! Блин, ну ютазина хорош, да, так. Продемажил неплохо, и у него еще есть паралич. А поражение только одно. Так, смотрим, что у нас сейчас там дальше. Ну, команду нужно уже менять. Ага, те же самые, только... только покрепче. Ну, такая команда справится. Может, давайте кого-нибудь нового возьмем, хотя бы одного. Для красоты, так сказать. Так. Вот давай тебя мы что ли взять. Или. Ну, Индоминус у нас есть. Есть вот, вот этот парень. Давайте пойдем теперь смотреть, чем мы сможем здесь пободаться. Так, вот он неплохо себя показал. Вот ты, вот ты и вот ты. Давайте так пойдем. Так. Ну, начнем с медленного, допустим. Его замедлять бесполезно. Да, но он оказался быстрее. Конечно же, мы снижаем урон. Без крита. Так, нам прилетел полноценный урон, да? Нет? Нет, половина прилетела. А у нас тут на сколько? На 50%. Ну все. А, ну кританул бы, ё-моё, ну чё ты такая? Ну чё ты вот это? Снятие положительных эффектов не подходит нам. И не добил таки. Не добил. Ну, запарализуй. Ну вот сколько раз у нас это уже фигня паралич не работает? За 4 раза подряд. Ну, это дичь, вот это постоянная дичь, вот это происходит. Ну хотя бы нас не замедлили. Давай. Молодец-то какой. И сработало на пятый раз. Мы его снизили. Ну, ну и он его сейчас его пробьет. Ух ты, видели, какой удар был? Прям как массированная бомбардировка. Сейчас, сейчас мы его очистим. Ну, он не выживет, но тем не менее. Так, вот эта команда такая повеселей. Так, что там у него есть? Ну, переживем мы или нет? То, что он будет замедлять, я хочу, чтобы, конечно, мы остались. Ах, кританул. Кританул. Так, давай тебя возьмем. Деларахейрус, так, у него иммунитета нет. Он просто больно бьет. Шинкует. Ну, вообще-то надо было паралич, но хотя мы сейчас только ходим дважды.
Надеюсь. Нет. На тебе. Ха-ха, победа. Виктори. И на этом все, ребятки. Всем пока.